Сегодня у нас 16 мая 2016 года. Это мы находимся на пруду тут, возле недалеко от Потеряевки. Вот там вот видно здание Потеряевки, дома. Вот. Да, сейчас я покажу. Здесь мы траншею вот с братьями прорыли с Божьей помощью. Целый день сегодня с утра. Ну и плюс еще в субботу здесь работали. Вот брат Никита сейчас скоро прорыв сделает воды. Немного осталось. Пойди вот так прям на ее. Ну видишь, я сейчас уйду, он начнет сразу это прорывать. Ничего не начнет. Он уже начинает. Уже начинает, да. Че, ты уже все, да, Никит? Да, он уже подходит к этому. Сейчас мы посмотрим. Ну давайте я другой перчатки дам. Свои положи. Это невозможно так. На, вот эти. Конечно, ну ты ишь, ты всю эту черенок заморал из-за этого. Лопату тоже другую не нужно. Ну давай мою. Дам сейчас. У меня хоть сухая. Эту в сторонку пока отставь. Изжила себе. Же. Перчатки. Так. Подняться. Такой грязи мы целый день сегодня возимся. Сейчас надо вдоль траншеи помогать ей, чтобы вода двигалась. То есть продвигать ее все везде. Где глину убрать, где что. Где протыкать, ну просто, чтобы углублялась вода. Посмотрим результат нашей работы. Пошла, слава Богу. Ты чудотворец. О, поток воды. Виталий, Виталий, помогай там где-то. Не знаю, где сможешь, конечно. Здесь надо дальше уже проходить, там протыкивать. Никита молодец, он там сейчас углубится хорошенько. Нет, вон там надо дальше смотреть. То есть везде протыкивай, где можешь. Вот где вот бугорки есть, вот такие, там протыкивают. Ой, там. Слава Богу, аллилуйя. Походу пьес, только не упади, что-то скользко. Посмотри. О, хорошо идет, мне нравится. Не зря мы тут сидим. Столько времени, да? Сил потратили. Времени, сил. Здесь уже замедляется, видишь? Это чудотворец. Это факт. Здесь уже замедлилось. Ну, она замедлилась, сейчас наполнится. Критическую массу наберет. И пойдет тут и хочет. По закону Архимеда. Ну можно там еще даже подковырять что-то сделать, чтобы она начала. Я вот смотрю, когда она набирается там. Угу. Вот это что значит? Это у нас неравномерно. Ну да, ну потому что я там уже. Вон она пошла уже там дальше. Все, тут она дальше двигаться стала. О, этот рубеж, да, самый такой тут. Здесь я уже перестал копать глубже. Затормозила немного тут. Там идет затор. Река. Вот. О,
Брат Никита там усиливает напор. Да он Нептуном заделался. Уже корень неудаленный. Вот она пошла, пошла. Интересно как. О, смотри. Угу. Чудо, чудо, брат. Чудо Божие, да. А здесь это, брат, пораздвигайте листья. Там. Не, а ты что зачем? Ну просто помоги ей, чтобы она дальше. А, там корень. Конечно, тут. Корень. Она все сейчас будет заполнять все пространство. Что ты думаешь? Да. Все, пошла. Вот это все в воде будет. Теперь можно обратно пойти посмотреть, как что. Нет, надо посмотреть, как она пойдет. О, да, смотри, смотри. Ноги. Ну, можно еще раз пройти посмотреть. Да, да, да. Блин, она здесь сейчас. Мне понравилось, слушай. Понравилось. Еще бы, столько трудов потратили. Хоть какая-то радость Господь нам дал. Что не зря все это. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Слава Христу. Хотели в середине дамбы, даже советовали с Игнатьевичем. Ну, а? Да я рассказываю, как мы хотели в середине дамбы все-таки прорыть сперва. Ну не сперва, а чуть позже. Но потом решили. Потом решили закончить здесь. Вот брат тоже снимает. Броник увидел. Нептуном заделался или как? Вот. Посейдон. Посейдон, вот. Посейдон. Стихии, все в руках Господа. Никаких Посейдонов нету. Как нету? Вот. Все это вымыслы человеческие, ты же знаешь. Так. Вот сейчас я. Вот сейчас я покажу дамбу саму, где мы хотели прорыть. Даже совет спрашивали, Игнатьевича. Вот здесь деревья еще пока поваленные, потом вода поубавится, можно будет их повытаскивать отсюда. Сейчас у нас уже 18:34. Вот время показываю. Вот, вот здесь вот мы хотели сперва пропустить воду. Она вот тут недалеко. Но, конечно, короче путь бы был бы. Но здесь опасно. Потом в дальнейшем может опять вода пробить. То есть, хоть даже если бы утрамбовали хорошо, есть опасность, что может пробить. Это может всю даму размыть. А там, если сбоку даже промоют, потом ничего страшного не будет. Воды, а в дальнейшем посмотрим. Он, думаю, долго, да, будет течь? Ну да, воды-то много, еще плюс дожди идут. Еще сейчас будет. Надо будет, знаешь, потом посмотреть, сколько там воды набралось, и туда дальше. А мы сейчас туда и пойдем сейчас. Сейчас там уже должно пробиться. Вот эти вот только ветки всякие заграждают. Какие? Да вон, всякие. Да, ну, перестань, что они... Все. Все очищать. Такой поток идет. Очищать надо все равно. А на ветку, на ветку, и все, потом плотина получается. Кто-то говорил, что со спичечную коробку сейчас. Вот. Слава Богу. Пошло, сейчас дальше посмотрим, что там у нас, куда вода разливается. Никита Андреевич там. Вот. Никита тут снимает тоже. Ой.
Она там взять дальше расползается. Ага, ну это хорошо. Вот, и тут она тут идет дальше у нас. Сейчас посмотрим. Куда дальше. Вот тут пройдем сейчас мы. Вот здесь она наполняется. Здесь это она дальше пойдет. Вот. Тут немножко надо кое-где прочищать, чтобы она дальше шла. Тут даже кусты смородины. Что говоришь? Кусты смородины везде растут, маленькие. Ну вот она дальше пойдет. Сейчас посмотрим. Вот. Такие дебри, что не сразу пройдешь. И вот сюда вот вся вода сейчас выйдет. Но на этом еще не все закончилось. Вот. Там вот возвышенность, а здесь самая низина идет. И она уходит дальше туда в лес. И туда дальше идет она. Слава Богу за все. Аллилуйя. Сегодня 17 мая 2016 года. Это поселок Потеряевка, там у нас, это среди полей мы находимся. И вот здесь вот пруд у нас. Вчера вот мы копали с братьями канал, с братом Никитой Колесником, Виталием Калинниковым. Вот. И вот за ночь сейчас покажем, посмотрим, какой уровень воды у нас ушел из этого пруда. Мы сделали даже на дерево зарубки, ну и колышки воткнули, чтобы показать. Вот она до сих пор бежит, водичка. Будем постепенно углублять, как только уровень воды упадет, чтобы зашло. Вот делал брат сера Никита зарубку здесь. Вот примерно сантиметров 10-12 убыло. Там вот мы колышки втыкали тоже. На уровне воды. Там бежит. Потом вода поубудет, мы эти все деревья вытаскаем, вырубим, обработаем их. Вот и еще нам Игнатьич посоветовал в другом месте прокопать тоже, чтобы вода быстрее уходила. Пойдем, Шарик. Шарик наш друг. Ему нравятся такие прогулки с ним. Вот. Тут здесь вот сейчас мы покажем прорыв. Вот здесь вот прокопать надо будет. Вот он хороший такой слив. Это потом затрамбуется, сделается. Даст Бог. Ну, вчера. Это Игнатий Иванович с Виктором Савченко тут навалили. Сколько дров. Вот такая вот тут плотина. Там дальше так. Все это убирать надо будет, чтобы трактор потом мог круто очищать, наваливать здесь землю, глину. Ну вот еще, брат, тут низина хорошая тоже. Ага. Шарик, ты даже не прыгнул. Шарик.
ловится. Видишь, вода близко тут. Ну там, конечно, лучше прокапывать. Там низи. Пруд будет для рыбы или для коров? Не знаю. Для рыбы, наверное. Коров-то нет. Мы же не на... Там одного пруда им хватит. Который возле Кострового. Вот так вот он выглядит сейчас. А потом, если воду спустим, даст Бог осушиться. Ну, это много времени должно пройти, конечно. Еще все высохнет. Ну, что пехотинец, там по воде прет. Ну, вот шарик учел. Он не боится холодной воды, в отличие от нас. Че, шарик, что почуял? Дичь какую? А, шарик. Исследователь, но глубин алтайских. Ну, ладно. Слава Богу за все. Сегодня у нас 17 мая 2016 года. Вот мы недалеко от Потеряевки находимся. Вот мы опять пришли сюда на дамбу, на эту. Вот южный. И вот уже водичка какая светлая бежит, чистая. А всего лишь второй день бежит. Как вода прочищает хорошо почву. Вот она. Красота какая. И вот постепенно сбегает тут. Это у нас первый канал, который мы вчера доделали. Вот здесь сбегает. Вон зарубка. Это вчера был уровень воды у нас вечером. Вот он пошла. Вот и нам Игнатий Иванович посоветовал еще один сделать. Отвод уже посередине этой дамбы. Вот мы сегодня с братом Никитой пришли после обеда и стали тут делать. До обеда мы березки шкурили. Втроем там Виталий у нас остался, Калиников, шкурить дальше, а мы тут вдвоем с ним. Копышимся. Вот. Грязь прилипает к лопате. Это вчера вот целый день мы так работали. Почти каждую лопату приходится очищать каждый раз. А, брат, сразу надо прочищать. Потом сложно будет это делать. Я имею в виду канавку. Еще. Вот здесь мы его прокопали. Вот он. Грязь очищает. И вот здесь вот у нас будет заход воды. Здесь мы только еще начали. Но уже вода проступает. Ну, вот так вот. Слава Богу. И все. Потом покажем, как у нас вода пойдет отсюда. Слава Христу. Пошла. Пошла вода. В 1927 году случился великий разрыв, разлив реки Миссисипи в США. Затопило 10 штатов. Тогда была написана песня «When the Levee Breaks», когда дамбу прорвет. Тут, конечно, дамба не такая, совсем не такая, еле течет. Похоже, потому что слили воду большую часть через ту протоку, а на эту мало осталось, и вода вот течет тут совсем немного. А мы здесь войдем сейчас тоже. Вон она, чек. Вода выход найдет сейчас. Тут серьезная такая канава.
Как успехи? Течет потихоньку. Она пробьет постепенно. Таким вот неспешным темпом. Корней полно еще сейчас. Вода уже пошла. Топором сейчас не помашешь. О, зато некий шум появляется от течения. О, прошел. Она пробьется постепенно. Это ж вода. Ну все. Сегодня у нас 20 мая 2016 года. Вот мы с братом Никитой Колесниковым пришли на этот пруд, который мы тут недалеко от деревни Потеряевка, в той стороне, вот за околком. Вот пришли сегодня посмотреть, что у нас. Вчера вот не ходили, работали и не сходили. Вот сегодня пришли и видим, что надо, тоненький ручеек бежит. Надо все подкапывать, углублять. Там в начале в самом, чтобы побежало. Сейчас я перейду на ту сторону, еще посмотрим, что у нас там в середине. Бежит или не бежит там у нас. Вот так вот. Но он уже опустился. Сейчас покажу мерку. Вот мы два колышка втыкали. Уровень воды показывал первый день. И вот здесь зарубку делали. Вот. Сантиметров может 15-20, где-то так примерно. Опустился. То есть еще многое надо сливать с пруда воды. Сбежит, эти деревья будем убирать потом с Божьей помощью. Слава Богу за все. Брат Никита пришел с шариком, там снег гуляет. Сейчас посмотрим. Ну и здесь точно так же, даже еще хуже. Источник иссяк, то есть надо тоже углубляться. Вот даже сухой. Вот тут вот из-под почвы, из-под земли влага выступает и бежит сама по себе ручейком. Ну вот так вот бабочка летит, красавица. Брат Никита тоже снимает что-то. Он наш верный друг. Шарик. Шарик. Вот он, шарик. Мошкары тут. Угу. Ну и вон над водой-то много ее, мошкары этой. Все ли наплодятся. Слава Богу за все. Аллилуйя.